Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Таддео Альтеротти, именуемый также Фаддей Флорентийский. Итальянский ученый, врач, алхимик, выходец из Флоренции. Он большую часть жизни провел в Болонье, где занимался медицинской практикой. Преподавал медицину в Болонском университете, комментировал сочинения других медиков, в частности Авиценны. И писал собственное сочинение по медицине. В трактате «О свойствах воды жизни» он пишет о ее ценности в медицине. Некоторая аква витая, простая, некоторая сложная. Простая – это та, что производится из одного лишь вина, без добавления чего-либо. Еще называется спиритус винни. Ее следует принимать неразбавленной водой или вином. Ее слава неоценима. Она родитель и господин всех лекарств. Ее эффекты удивительны, пишет он. Согласно рукописному Ватиканскому кодексу номер 2418, описанному немецким исследователем фон Лишпманом, Таддео Альтеротти путем двойной дистилляции получил 90% спирт. Данте упомянул Таддео Альтеротти в Божественной комедии. Он называет его Фаддеем, как прославленного ученого, который, однако, занимался своей профессиональной деятельностью ради добывания денег. Алхимики прежде всего открыли антисептические свойства аквавитая. В эпоху непрекращающихся войн тогдашним медикам приходилось иметь дело со всевозможными видами колото-резатых ран. В условиях повсеместной антисанитарии частым явлением было заражение крови. Здесь спирт оказался ценным союзником врачей. К тому же, помимо способности дезинфицировать раны, аквавитая оказалась неплохим средством для наркоза при проведении операции. В скором времени были обнаружены и другие качества спирта – терапевтические, общеукрепляющие, стимулирующие. В небольших дозах она действовала как сосудорасширяющее, слабительное, мочегонное, желчегонное и так далее средство. Древнейшим из дошедших до нас сочинений, в которых описано получение спирта, как раз и является трактаты Таддео Альтеротти, который в 1264 году дал самое первое из сохранившихся до наших дней описание этого процесса. Альтеротти имел хорошую практику, завоевал репутацию отличного преподавателя и командовал большими толпами студентов, как написано в Википедии. Его курсы основывались на работах Гиппократа и Авиценны, которым было присвоено авторитетное положение с тех пор, как Константин Африканский привез их из Северной Африки в XI веке и перевел. Студенты, которым Альтеротти преподавал во время своего пребывания на посту профессора, станут одними из лучших врачей и профессоров следующих поколений. Таддео к моменту своей смерти в 1295 году был богатым человеком. Его последняя воля и завещание указывают на то, что его медицинская практика, лекции и инвестиции сторицы окупили. Ну вот такая небольшая информация о итальянском ученом и алхимике Таддео Альтеротти, который в одной из своих работ описывает метод концентрирования этанола, включающего повторную фракционную перегонку через водоохлаждаемый перегонный куб, с помощью которого можно получить чистоту этанола 90%. Смогу на аппарат. Пока-пока, до свидания.